Добрый вечер. В студии Наталья Шевченко. О событиях в Украине в нашем выпуске. Штурм Авдеевки. Несколько сотен боевиков пытались выбить силы АТО из занимаемых позиций в Авдеевке, сообщили в Минобороны. Перед боем враг провел мощную артподготовку из минометов 82-го и орудий 152-го калибров. Под вражеским огнем оказался весь участок фронта между Авдеевкой и Опытным. На помощь украинским бойцам прибыло подкрепление. Штурм боевиков провалился.